У нас сегодня в гостях Олег Зубков, который сделать какое-то заявление, как я понимаю, готов. Да, здравствуйте, но делаю я это исключительно по принуждению Ялтинского городского суда. Понятно, начнем. Я хочу сказать о том, что Николай Янаки... Постойте, постойте, закройте окна, на улице залаяли собаки. Итак, теперь можно? Можно, можно. Итак, Янаки Николай... Что ж такое, снова лай. Да черт с ним. С кем? С Янаки или с тем лаем, что устроили собаки? Да как хотите, только побыстрее закончить все и отпустить людей. Окей, мы продолжаем. Слово вам. Итак, я год назад сказал, не отрицаю, что Янаки в продаже дров подозреваю. Мы помним, и вы тогда решили, что вы тут целую мафию накрыли. Ага, тогда с вице-премьером во главе. И господин Янаки подал на вас в суд и много с вас хотел, если не ошибаюсь, аж 500 000, и чтобы вы слова свои забрали и больше никогда не повторяли. Нет, не все. Он заявлял еще про ущемленное достоинство свое. И что в итоге? В итоге суд признал, что Янаки дров не продавал. И обязал меня судья пресс-конференцию собрать и вам его решение рассказать. Что я и делаю, как не противно. Ну, со стороны, что вам противно и не видно. Итак, я понимаю, это все, иначе либо... Нет, это все. Большое всем спасибо.